Всем привет! В этом уроке мы с вами попробуем разобрать вот такой небольшой гитарный риф, который состоит из нескольких частей. Поехали! Начинаем разбор данного рифа, какие особенности нас с вами здесь ждут. Посмотрим, проиграем его медленно и посмотрим, что здесь и как. Первая фраза. Значит, здесь стоит отметить, что шестую струну мы всегда играем с заглушением, с палмьютом. Также играем, когда пятую струну, то в таком случае мы делаем с вами хаммер. Начинаем со второго пальца. И когда переходим на шестую струну, то сразу же шестую струну делаем палмьют. Итого получается. Когда приходим с вами вот на хроматический ход, то есть первые две ноты мы играем палм-мьют, а эту ноточку отпускаем. Так, дальше что у нас здесь еще есть? Вторая половина. То есть отличается только тем, что в первой половине мы играем с вами хроматизм, а во второй половине играем аккорд. Это первая часть рифа. Вторая часть рифа у нас уже немножко другая. Значит, здесь у нас получается мелодия на пятой струне, но мы ее также с вами играем через палм-мьют шестой струны. Сыграли. Затем уходим с вами во вторую позицию, и здесь играем соль, аккорд и ля аккорд. То есть по ударам можете здесь играть, как вам больше нравится, то есть либо это свиповый удар, то есть либо все переменный штрих. Особой разницы нет. Итак, после чего начинается третья часть рифа. Значит, здесь у нас мы играем сами, смотрите что. Первая половина. Дальше вторая половина. Здесь немножко другой ход. С третьего лада мы играем. И опять то же самое пошли. Это закончилась эта часть. Так, и осталось у нас с вами заключительный пассаж, который играется на весь гриф. То есть вот у нас сам пассаж. Значит, смысл пассажа такой достаточно сложный, потому что огромная растяжка нужна и нужна очень точность попадания в нужные нотки. Значит, смотрите, что мы здесь используем. У нас идет ми-соль-си. То есть вот мы сыграли. Здесь в правой руке играем строго переменный штрих, иначе просто не получится. Здесь палм-мьют сыграли, а дальше... Дальше палм-мьют убрали. То есть получается... И перешли. Так, ноты. Здесь мы с вами сыграли. Затем переходим на четвертую струну, играем 7-12. Затем далее 9-14. И заключение на второй струне 12-15. И последний ход 12-17. Все, здесь сыграли и заканчиваем все последним аккордом ми минор. То есть та-та-та-та-та-га-да-та. Здесь нужно отработать в правой руке. То есть та-та-та-та, то есть медленно. Либо вот так. Это, в принципе, не имеет значения. Итого у нас с вами получился вот такой небольшой интересный гитарный риф, который несет в себе такой заряд бодрости и энергии. Я надеюсь, что этот урок пойдет вам на пользу, и вы сможете сыграть этот риф без каких-либо проблем. Так что успехов вам, пока!